Хочу показать, какую вазу я купила в фикс-прайсе за 249 рублей. Это вот синее стекло. Такое немножко с гранями. Грани такие вот. Поставила я сюда лавандочку, веточку, которую на Алиэкспрессе покупала. И хочу показать дерево, которое я сделала. Вот сейчас вот так уголочек покажу. Кухни, это у меня на кухне. Вот такой уголочек появился для отдыха. Вот это дерево я сделала сама. Купила тоже в фикс-прайсе вот этот горшок кашпо за 99 рублей. Такого тоже вот у меня стулья вот такие. Диван такой. И вот я решила такой серенький горшочек купить. Это у меня ветки орешника фундука на даче рос. Я обрезала лишнее, поросль была. И покупала я в том году в Ашане вот такой плющ был. Две ветки. Вот не помню, сколько стоит, но что-то вообще то ли меньше 100 рублей. Там скидка большая была. Надо было больше взять. Но там был еще просто с такой каймой белой. Вот две ветки были зеленые, я их взяла. Остальные все вот с такими вот прожилками и с каймой. И вот сделала такой этот раз, обрезала их. Вот веточки вот обрезала. А правда, смотрю, делают, крепят с помощью дрели эти ветки. Но я с помощью вот клеевого пистолета. Потому что у меня ветки тонкие. То есть делают с помощью дрели вот здесь дырочку и вставляют туда, тоже капают клей и вставляют вот такие веточки. Но у меня тут вставлять некуда. Вот я к веткам, которые были здесь, прилепила вот веточки. Так особенно не видно их, этого клея издали. Вот такая вот красота. Вот, правда, густо с одной стороны. У меня немножко ветки были наклонены. Ой, в одну сторону. Я со стороны вот сзади не стала делать. Особенно веток много. Немножко так вот подклеила. Она мне все равно стоит впритык к стене. И вот такая красота получилась. Это у меня картины, которые я делала. Есть мастер-класс. Это тоже доска, задняя панель от шкафа. Сзади я рейки приделала. И вот на этой, ну, как не доске, а как панели этой от шкафа белой нарисовала. Вот красками акриловыми в Леруа Мерле покупала. Золотая, серебряная эмаль. Вот такая. Ну, это вот я тоже показывала. Я делала сама. Вот у меня на день рождения подарили цветы в таком деревянном кашпо. И вот я искусственные тогда в Ашане купила. Тоже вот по скидке, которые. Но тут не все. Вот это я в Пятерке покупала. Ну, тоже они пластиковые такие, прочные, не тоненькие. А это вот с этого, как Алиэкспресс. Алиэкспресс. Ну и вот тут вот я так вот издали покажу. Вот так. Там справа не буду показывать. У меня корзина тоже мною плетенная. Надо там коробку мне стоит перебрать. Это кухонная утварь. Только эти крышки всякие, в общем, ненужные. Тоже из газетных трубочек плела. Вот такая вот, в общем, все. Все своими руками, все сама. Это как в этом фильме было. Ну, вот такая вот, сейчас я покажу, ладно. Тут у меня непорядок. Вот, вот такая корзинка у меня. Вот такая вот. Надо перебрать. У меня тут утварь лежит всякая. Да убирать.
В общем, показала немножко то, что я сделала своими руками. Считай за копейки.